Насколько снизилась инфляция и какие меры поддержки получат демографические программы? Об этом мы не только говорили на пресс-конференции президента России. Она прошла накануне в Москве. Владимир Путин ответил на вопросы по экономике, здравоохранению, изменению климата, рассказал о предстоящем параде Победы на Красной площади. Коснулся достижений в разных отраслях. На большое интервью с президентом аккредитовались почти 2000 журналистов. Среди них была и съемочная группа телеканала «Югра». Василий Сысуев расскажет подробности. Сейчас, конечно, в этом зале, ну, пустовато, но буквально несколько минут назад здесь было 1000 человек. На 15-ю пресс-конференцию президента Владимира Путина было аккредитовано около 2000 журналистов. И этот зал не смог вместить их всех. Было большой удачей попасть сюда. Некоторые уже смотрели за пределами этого зала. Задать вопрос тоже было очень сложно, это удалось не всем, и мы очень хотели, но не повезло. Но нашим соседям из других регионов это сделать удалось. И, например, журналистке из Омска удалось задать вопрос, который касается не только ее региона, но и Западной Сибири в целом, и Югры в частности. Речь шла об оттоке молодежи. Журналистка спросила Путина о возможности ввести в сибирских регионах ипотеку под 2%, так же, как это сделали на Дальнем Востоке. По ее мнению, это будет действенной мерой, чтобы молодежь оставалась в регионах. Что касается других мер поддержки, в том числе 2% ипотеки, то, ну, в принципе, конечно, все это возможно, но это нам нужно посмотреть, как это сейчас пойдет на Дальнем Востоке, посмотреть, сколько это будет стоить, какое количество людей будет обращаться за этой мерой поддержки, посчитать бюджетные расходы и на ясном глазу принимать дальнейшие решения. На пресс-конференции нашлось место не только локальным, но и глобальным вопросам, которые касаются всех регионов страны. Например, здравоохранение. Журналисты спросили у президента о наболевшем – зарплатах врачей. Отвечая, Владимир Путин предложил способ увеличения оплаты труда медикам. Первое, что надо сделать – надо избавиться от этой несправедливой дифференциации. Раз. Теперь нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах у нас разнится от 30 до 50%. Нужно сделать ее единый подход по всей стране. Также президент предложил создать единый подход к STEM-выплатам. Журналисты, и, пожалуй, не только, точно остались довольны ответом. Не могу сказать, что удовлетворен, я просто сверхудовлетворен, да, то есть и ситуацией того, что мне удалось задать вопрос, и полученным ответом, и главной уверенностью в том, что Владимир Владимирович сегодня дал некий такой посыл на то, что чиновники всех мастей, всех уровней, пожалуйста, обратите внимание на то, что я говорю, а я уверен, что они все смотрели, от губернатора до самого младшего клерка. В общей сложности пресс-конференция президента длилась почти 4,5 часа. За это время он успел ответить более чем на 70 вопросов. Какие-то из них были личные, какие-то касались конкретных регионов. Нашлось место геополитике, спорту, авиаперевозкам. Несмотря на то, что не всем удалось спросить президента, журналисты не расстроились. Формат большой пресс-конференции стал уже традиционным. Так что если не повезло в этом году, может повезти в следующем. Василий Сысуев, Юрий Гурев, телерадиокомпания «Югра». Из Москвы.